Приветствую вас. Вы не знаете, что в себе изменить. Мы не знаем тоже, потому что не очень понятно, что именно вы понимаете под психопатией. Психопат это вообще немного не то, что вы описываете. Вот, неравновешенные люди, о которых вы говорите, это агрессоры. И, соответственно, если на вас значит, нападают агрессоры, значит, вы автоматически становитесь жертвой в этой ситуации. То есть вы жертва. Вот. Жертва это всегда проблемы с личной ответственностью, это всегда проблемы с принятием решений, это всегда попытка переложить ответственность на другого человека, даже на самом глубинном уровне, вот, с одной стороны. А с другой стороны, агрессия – это опасность, то есть вы для людей этих представляете опасность, и надо бы подумать, чем именно вы можете представлять опасность для этих людей. Потому что ну, тот факт, что опасность существует, я полагаю, совершенно очевиден. Вот. Важно, наверное, только разобраться, чем именно вы им угрожаете. Ну, пока что, вот пока что я могу предположить только, что речь идет, может быть, о конкуренции. Вот. Речь, может быть, идет о конкуренции. То есть женщины видят в вас угрозу себе. Вот. Женщины видят в вас угрозу своей целостности, может быть, своей привлекательности, может быть, вот, и кто знает, в чем проблема, может быть, еще, но, на мой взгляд, вот, по моему мнению, вам вот ну, в этом направлении нужно двигаться, да, то есть то, как вас воспринимают женщины, да, как они вас видят, как вы себя ведете. То есть, мне кажется, что пытаетесь вы с ними конкурировать, вот, неосознанно. Вот, ну это, как бы, мне так видится, то есть я у вас вот, чувствую в том, что вы пишете в вашем тексте, я чувствую некую напряженность, да, некую агрессию, хотя, конечно, могу ошибаться, вот, не хотел бы на вас наговаривать, вот, это было бы несправедливо по отношению к вам, но выглядит все именно так, то есть я чувствую вот, какую-то такую вот агрессивность у вас, или может быть это просто напряженность такая вот, ну присутствует напряженность. Вот. Ну, если это так, если это действительно есть, то в этом нет ничего страшного. С этим достаточно просто поработать, это достаточно просто выделить, вот, и все. Вот, то есть не нужно бояться или думать, что с вами что-то не так.
Вот примерно, примерно такой ответ я могу вам дать. То есть сейчас, вот именно сейчас, на данный момент времени, вы задаете вопрос, к сожалению, практически бессмысленный, потому что мы не знаем, что вас притягивает этих людей, потому что мы вас не знаем, да? Вот. То есть совершенно очевидно, да, что люди вот, чувствуют в вас опасность и, там, грубо говоря, начинают защищаться. Ну, вот. Но от чего эти люди защищаются? Что в вас есть такого, что они видят в вас угрозу? Вот. Ну, это уже вопрос к вам. И его нужно разбирать, потому что само по себе оно не пройдет и не закончится, конечно. Вот, это очевидно. Я надеюсь, вы понимаете. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы реально этим заниматься? Потому что, ну вот, например, вы видите, что человек агрессивно там, ну, ведет себя по отношению, да, к вам. Ну, к примеру. Вот. Вы решаете этому человеку отвечать. То есть вы ему отвечаете, этому человеку. Вот. И вопрос, а для чего вы отвечаете человеку? Ну, то есть зачем? Вас это задевает как-то, вам это неприятно? Или что? То есть вот это, тоже довольно важная история, в принципе. То есть такое ощущение, да, что вы, что вас задело, вас задевает то, что говорят вам эти люди. Вот. Хотя, там, грубо говоря, происходит это не первый раз, не впервые, да, вот, и значит, ну, происходит это не первый раз, а вы реагируете по ощущениям, так, как будто первый. И это тоже очень важный момент. Вот. Может быть, вы ждете такой реакции. Вот. Может быть, вы как бы, ну, ожидаете этого уже. То есть ожидаете, что вот, ну, вы ожидаете, что, что, ну, что на вас будет такая реакция. Вы ждете этого. Ну, может быть, там есть еще какая-то проблематика, да? То есть, нужно смотреть. Все, как бы так, достаточно индивидуально здесь. Я понимаю, вам кажется, что, ну, что вот вы притягиваете только неадекватных людей, а вот боитесь, и все это, все понятно. Вот, ну, здесь идея в том, чтобы не уходить в агрессию, да, на людей, на себя, на окружающих. Ну, вот здесь идея в том, чтобы разбираться. Вот. Здесь идея в том, чтобы разбираться. Разбираться именно вот
с тем, что происходит. Что, как и почему. И разберетесь, свое поведение измените, и в принципе я более чем уверен, что, ну, что все будет хорошо у вас. Вот. Конечно, там потребуется время, безусловно. Вот, понятно, что там сразу результата не будет. Вот. Но я надеюсь, вы его и не ждете. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что вы для себя обязательно сделаете какие-то выводы из того, что я сказал. Я надеюсь, вы сделаете выводы. Вот. И я надеюсь, что вы выберете себе специалиста, вот, которому захотите довериться, которому решите довериться, вот, и который может вам помочь и может помочь вам решить вот ваши проблемы, которые у вас есть. Потому что все, в принципе, решаемо, все, в принципе, корректируется. Вот. Главное было бы желание с вашей, ну, с вашей стороны. Вот. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Всего вам самого доброго.